Почему все препараты по-разному могут называться, и более того, в разных аптеках и стоят еще по-разному? Львиная доля в цене составляет разработка препарата, клинические исследования. Сегодня вывод на рынок новой молекулы, по разным оценкам, начинается от 3 миллиардов долларов. А насколько мы независимы вот от западных препаратов? Сегодня мы заговорили о лекарственной независимости, и мы говорим о том, что мы должны производить препараты по полному циклу. Здравствуйте. Сегодня собеседник программы «Евразия дословно» генеральный директор Ассоциации российских фармацевтических производителей Виктор Дмитриев. Виктор Александрович, приветствую вас. Добрый день. Зачем нужна ваша ассоциация, если, в принципе, так существует много ведомств, организаций, министерств, которые и так регламентируют эту отрасль? Ну, наверное, прелесть любой ассоциации, будь то российской, будь то зарубежной, что она как раз вне политики и вне, так сказать, официальных каких-то моментов, но при этом по-настоящему болеет за отрасль. Мы достаточно плотно работаем с федеральными органами власти, и благодаря этому, особенно в последнее время, вырабатываем те решения, которые устраивают и государство, и бизнес. Но для этого и нужна ассоциация, потому что компании разные, портфели разные, интересы порой бывают разные, и вот объединить их в одно, для этого и создана ассоциация. Сейчас какие перед ней задачи стоят? Знаете, на самом деле задач много, и это хорошо, с одной стороны. С другой стороны, постоянно появляются какие-то новые. Ну, во-первых, вот вся макроэкономическая ситуация, которая существует в мире, она поставила те задачи, которых раньше не было. Это и улучшение логистики, это и производство по полному циклу, это необходимость ремонта того оборудования, которое было закуплено в странах, которые мы теперь называем недружественными. Этих вопросов очень много. Плюс есть внутренняя регуляторика. Это ценообразование, потому что лекарство – это товар не только стратегический, но и социально значимый. И мы прекрасно понимаем, что если цены начнут резко увеличиваться, то ни население, ни государство рады этому не будет. Но при этом есть законы экономики, которые также нельзя игнорировать. То есть если растет себестоимость, то, соответственно, будет расти и цена. Поэтому здесь надо искать какие-то компромиссные решения для того, чтобы, а, сохранить ассортиментную и ценовую доступность, а, б, самое главное, сохранить и фармацевтическую промышленность, независимую от каких-то внешних колебаний. Виктор Александрович, вы затронули вопрос ценообразования, да? Объясните, пожалуйста, вот обычному потребителю, да, который приходит в аптеку и покупает какой-то российский препарат. Почему все препараты по-разному могут называться, и более того, в разных аптеках и стоят еще по-разному? Ну, вы знаете, в принципе, это касается не только лекарственных препаратов, это касается любого продукта. В советское время все препараты во всех аптеках, ну, за исключением, наверное, там, зонирования, которое было связано с северными территориями, там цены всегда были выше. Но тогда мы говорили чаще не купить лекарственные средства, а достать лекарственные средства. Потом мы ушли в рынок, и часто называем этот рынок таким капиталистическим, безудержным, там, сравнивают фармбизнес с акулами, которые наживаются на здоровье людей. На самом деле это не так. Но я возвращусь к вопросу о ценообразовании. Цена складывается, непосредственно из тех субстанций, из тех ингредиентов, из чего делается этот препарат. Второе – это непосредственно сам процесс производства. Ну и третье – это логистика по доставке препарата в конкретную точку. Понятно, что они разные. Это один момент. Второй момент – сегодня львиная доля в цене составляет разработка препарата, клинические исследования. Сегодня вывод на рынок новой молекулы, по разным оценкам, начинается от 3 миллиардов долларов. Поэтому, если мы говорим о создании принципиально нового препарата, то инвестор должен понимать, когда он эти 3 миллиарда вернет. И именно поэтому ему дают возможность, там, в разных юрисдикциях по-разному, но приблизительно около 17 лет патентной защиты этого препарата. Когда препарат является монополистом, и он фактически эти 17 лет возвращает те деньги, которые он вложил в разработку этого препарата. Потому что это живые системы, и сюда различные венчурные фонды идут очень неохотно, потому что срок вывода и срок разработки молекулы, он приблизительно от 7 до 10 лет, и сократить его невозможно. Потому что, опять же, я повторюсь, это живые системы, и если мышка должна родить через там определенное количество времени, через 90 дней, то ускорить мы это никак не можем, иначе доказательная база поплывет.
и будут великие риски, что мы получим препарат с серьезными побочными эффектами. Поэтому, вот, так сказать, сроки, они большие, деньги большие, и для того, чтобы их вернуть, устанавливаются такие цены. Препараты, которые идут после него с тем же активным веществом, или так называемые воспроизведенные, или дженерики, как их еще называют, они не вкладываются в разработку, они фактически работают на тех данных, которые есть у препарата-оригинатора, и, соответственно, у них получается себестоимость значительно ниже, потому что они вкладываются только в производство, в производственный процесс и в закупку химических ингредиентов. Поэтому у них и цена низкая. То есть активное вещество, оно одно, а торговые наименования разные. То есть, например, если мы берем, ну вот как пример, парацетамол, да, то, да, то для него тоже все перечисленные вами критерии работают? Получается? Да, безусловно, безусловно. Плюс еще, смотрите, есть парацетамол локального производства, есть парацетамол импортный. Соответственно, сегодня очень здорово подорожала логистика. Она подорожала в связи с закрытием границ, в связи с закрытием неба. Поэтому вот эта доставка, цена логистики, она тоже попадает в цену препарата. И здесь тоже есть игра с ценами. Поэтому, ну вот, причин много. Вы говорили про разработки. А государство сегодня вкладывается в поиск, разработку новых препаратов или вся финансовая история ложится только на производителя? Хороший вопрос. Вы знаете, есть и такие примеры, есть и другие примеры. Ну, яркий пример, когда вкладывалось государство, это разработка вакцины против ковида. Когда все деньги на 100% были государственные именно в разработку, а дальше уже производство шло на частных площадках. И, соответственно, государство осталось патентообладателем, и, соответственно, оно владеет сегодня патентом на эти молекулы. Есть препараты, которые разрабатываются отдельно компаниями, но я вам сказал, что цена очень высокая, и не каждая компания может вложить 3 миллиарда. Поэтому, если говорить о локальных компаниях, то, как правило, исследовательские работы ведутся в направлении улучшения того, что есть. Это либо пролонгация, например, нам надо было 3 таблетки в день, а мы приводим к тому, что нужна только 1 таблетка. Либо это изменение путей введения. Было инъекционное введение, оно всегда болезненно, оно может служить воротами для инфекции. Вот. А мы его переводим в пероральную форму, когда суспензия, таблетки, например, да. Или суспензия, да? Или таблетка. Разработка детских форм. Поэтому вот в основном у отечественных производителей, у отечественных исследователей все мысли сосредоточены в этом направлении. Хотя есть отдельные компании, ну, например, Генериум, это компания, которая единственная в мире производит все факторы крови. Вот у них создан специально научный городок, куда пригласили наших бывших соотечественников, которые в свое время выехали из страны, поработали за рубежом, научились, так сказать, каким-то зарубежным подходам. Потом они вернулись сюда, им создали те же самые условия и финансовые, и в плане жилья, и в плане работы. И вокруг них, как вокруг ядра, образовался коллектив единомышленников из молодых ученых, которые сегодня вот толкают науку, занимаются биотехнологиями. И мы как раз вот в биотехнологиях видим свою перспективу. Не в плане химического синтеза, тут очень жесткая конкуренция. А вот в плане биотех у нас хороший задел, и я думаю, что есть возможности стать одними из лидеров в мире. Вот если говорить о российском рынке в сфере потребления, насколько фармацевтические российские компании покрывают потребности в препаратах? Ну, если, вот, например, в процентном соотношении можно цифру назвать? Смотрите, мы рынок оцениваем в деньгах и в упаковках. Вот если говорить в деньгах, то сегодня приблизительно где-то 75-70% это импортные препараты зарубежные. А остальная часть, вот эти 30-35%, это отечественные препараты, произведенные здесь. Если говорить в упаковках, то там картина прям противоположная. То есть порядка там 70% это препараты, произведенные внутри страны, остальная часть это ввезенные сюда. Это говорит о чем? С одной стороны, у нас наша упаковка значительно дешевле по цене, чем зарубежная. А второе, к сожалению, ну не к сожалению, это, в общем, естественный процесс, что ряд вот тех препаратов, которые мы завозим из-за рубежа, их в упаковках немного. Это там для орфанных заболеваний, для каких-то других ситуаций. Это новые препараты, которые находятся под патентом, и цена их значительно выше, чем у воспроизведенных, которая могла бы быть. Но просто еще патент не снят.
патент не упал, и, соответственно, никто его воспроизвести не может, они монополисты. Отсюда вот такой дисбаланс цен. А насколько мы независимы вот от западных препаратов? Я просто знаю, что есть компании, например, которые для производства препаратов используют западные субстанции, да? То есть как бы получается, что, по идее, конечная таблетка, она, ну, не совсем отечественная. Дело в том, что не только вы знаете эти компании, их знают все. У нас на самом деле мы где-то порядка 85% субстанций, активных ингредиентов, из чего мы это делаем, мы закупаем за рубежом. Но это не какая-то там беда и вина, это на самом деле был тренд, который существовал долгие годы в мире. То есть у нас КНР фактически стала мировой фабрикой по производству субстанций за счет больших объемов. И тут я еще должен сказать, что вот эта химия по производству субстанций, она экологически достаточно грязная. И, соответственно, долгие годы все предпочитали закупать в Китае, чем производить у себя такие, строить такие производства. Сейчас картина меняется. Там были гепариновые скандалы в США, когда, так сказать, субстанция была низкого качества, из-за этого были достаточно большие побочные эффекты. Сегодня мы заговорили о лекарственной независимости, и мы говорим о том, что мы должны производить препараты по полному циклу, то есть и субстанцию, и готовые лекарственные средства делать на территории страны. Но здесь присутствует экономика. Сегодня субстанция, произведенная в стране, она дороже. Она дороже там по целому ряду причин, и прежде всего по небольшому объему рынка. То есть Китай работал на весь мир, соответственно, когда большие объемы и цена ниже. Мы пока такого сделать не можем. Есть там регуляторные ограничения, есть технологические ограничения. Но, наверное, сегодня самая болезненная для нас зависимость – это зависимость в оборудовании, потому что у нас в стране оборудование для фармпрома вообще не производится. Поэтому вот это вопрос больной, вопрос закупки этого оборудования, вопрос его ремонта, сервиса, запчастей, программного обеспечения. Сегодня мы его решаем, пытаемся кооперироваться с коллегами из Юго-Восточной Азии, ну и надеемся, что этот вопрос в ближайшие годы тоже решим. Я не считаю, что мы его решим за месяцы, это сложно. Но там в течение нескольких лет мы их должны решить. Российский производитель хорошо себя зарекомендовал на западном рынке? Например, если мы говорим про СНГ, то какова доля? Ну, мы, честно говоря, СНГ никогда западным рынком не воспринимали, но чувствуем мы себя там неплохо. Хотя, вы знаете, тоже есть определенные моменты, связанные больше, наверное, с политическими моментами. Ну, например, мы очень хорошо присутствовали на рынке Молдовы и Грузии. Но когда сейчас в очередной раз пошли на перерегистрацию наших препаратов, от нас регуляторы стали требовать сертификаты GMP, это сертификат, который подтверждает качество производства, европейские. Ну, понятно, в этих условиях мы этот сертификат получить не можем. И понятно, что это искусственный барьер, который, ну, фактически приводит к такой неконкурентной борьбе внутри рынка. Но я думаю, что мы с этим справимся. Самолеты в Грузию полетели, я думаю, что и наши сертификаты будут принимать. Виктор Александрович, спасибо большое за интересные ответы. Сегодня собеседником программы «Евразия дословно» был генеральный директор Ассоциации российских фармацевтических производителей Виктор Дмитриев. Оставайтесь с нами, вместе интересно.